Полицейские Казани изъяли почти 3 килограмма наркотиков у двух жителей Москвы. По версии стражи порядка, молодые люди хотели сбыть в Татарстане свыше 1200 граммов синтетики и 1700 граммов гашиша. Намеченным планом помешала рядовая проверка документов на дороге. Чем она обернулась для подозреваемых, расскажет Рамиль Шайдулин. А расфасовывали в какие пакеты, куда? Вот. Внимание стражи порядка задержанные привлекли еще на Мамадышском тракте. Там автомобиль 18-летнего жителя Москвы остановили сотрудники ГИБДД. Кроме него в салоне машины находился и его приятель. При виде автоинспекторов молодые люди начали заметно нервничать, чем и вызвали к себе подозрение. Было принято решение досмотреть иномарку. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли порядка 20 грамм синтетических наркотиков. Кроме этого, установлено, что тайник с запрещенными веществами молодые люди также оборудовали и под бампером арендованного автомобиля. Куда больше полицейские нашли в квартире, которую снимали задержанные. В итоге из оборота было изъято 1200 граммов синтетики и порядка 1700 граммов гашиша. В общей сложности около 3 килограммов запрещенных веществ. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». На время следствия оба задержанных будут находиться за решеткой. Рамиль Шайдуллин, Айрат Назипов, «Вызов 112».